Кандидаты в президенты Республики Казахстан будут проходить медицинское освидетельствование. Об этом журналистам после презентации проекта конституционного закона в Мажилисе сообщил министр юстиции Марат Бекетаев. Он уточнил, что это требование станет обязательным для всех кандидатов. Еще одно обязательное условие для претендентов на пост президента – наличие 5-летнего опыта работы на выборных государственных должностях. Сейчас эта норма только вносится в закон о выборах. Впоследствии будет подзаконный акт Центральной избирательной комиссии. Вот там это будет сделано. Но вообще вот вопросами медицинского свидетельства будет заниматься, естественно, Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия.